Господи, спаси меня, Боже мой. Святое желание принеси, не лишившись от желаний своих щедро сущего стихи, и мне Божий всеки на небе, можешь их избранным Израилем запя, во все силы согрешившие, еще не веровши чудесен Его, и еще лучше могу среди шамого просуди, да будет судить, и неправду ли с грешничами мытеса, судите сиру Бога смиренно и еще, оправдайте и смейте, ничего Бога из других грешничей избавите, не увидевши, ниже разумевши, вот мне ходят и подвижутся все основания земли острые, возьми будете сынами Вышнего, все вы же, как человек, умирайте. Сейчас поражены мы той радиацией, что мы приобрели, что мы накупили, и чем мы пользуемся, и даже не стыдимся. У каждого батюшки есть то, что не положено. Есть богатые, которые для себя живут, есть богатые, которые живут, как бы кому помочь. И мы должны каждый жить не для себя, а для людей. Жизнь была бы другая. Раньше священник пошел, мой папаша, допустим. Какой стребой там в Ярославской территории? Придет на той неделе. В чем он ушел? В валенцах с заплатами. А там кто подвезет? Там река, сотни, допустим, ясь. Как-нибудь это весной, особенно когда Великим постом. Раньше, позже, это ваши растат, ваши, как он переходил туда, Польду, а обратно уже он шел. Польду бы не перейдешь, он разделся, он плавал хорошо, конечно, умел. И, значит, он уже обратно переплывал. Вот он шел, чтобы исповедать, причастить немощных, которые не могут в Елохину в церковь прийти, приехать сам. В Москве на Красной площади служил протопоп Аввакум. Он близкий был царю. Он бы мог тоже соблазниться. Он мог тоже бы подпасть под влияние нового. Но душа была его отстаивать старую веру. Когда запылал костер этот сруб, он поднял, народу собралось много, мужики все сняли шапки, из труба была видна рука, сим крестом спасите, сим крестом креститесь, спасетесь. Потом добавил, не поддавайтесь соблазнам мира. Святого раздает, и земля без земли
отцы, возлюбленные о Христе братья и сестры, с чувством глубокой радости поздравляю всех вас с высокоторжественным праздником Рождества Христова. Наступил светлый и радостный день, всемирное прославление родшегося от Девы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот радостный день мы собрались в храм, чтобы вознести достойную хвалу Богу за Его неизреченное милосердие, приход в мир Сына Божия, Спасителя нашего. Сегодня мы обращаем свои взоры в то далекое от нас время, когда Единородный Сын Божий явился в мир, родившись от Пречистой Девы Марии, и изменил своим явлением всю историю человеческого рода. Великое чудо Рождества Христова славило всякое дыхание на земле, всякое создание сладостно воспевало Владыку.